Почему категорически нельзя есть на ночь? Когда мы едим прямо перед сном, наш кишечник начинает работать. Во-первых, это мешает нормальному сну, и организм не переходит в нужные фазы сна, то есть четвертую фазу. Тем самым мы себя обедняем по выработке гормона роста и мелатонина, тех самых важных гормонов для нашей молодости. А еще из-за того, что мы спим, в кишечнике формируется брожение и гниение, потому что в обычной жизни, так как днем, он работать не может. И это брожение и гниение вызывает много воспалительных процессов в организме, которые в будущем могут угробить наше здоровье.